Зинаиде Реве скучать некогда. Столько занятий. То для детей подарки надо сделать, то подготовить выставку своих работ для районного праздника. Я и вышиваю, и шью, и вяжу, и спортом, настольными играми занимаюсь, и дипломы, грамоты получаю. Вообще везде участие принимаю. Вот любить надо, я с любовью отношусь к всему. Таких же бодрых и жизнерадостных людей, для которых статус «человек с ограниченными возможностями» – это не повод унывать, администрация Ленинского района чествовала в Доме актеров в преддверии Международного дня инвалидов. Человеку с ограниченными возможностями, представителям органов власти, нужно чуточку в чем-то помочь. И мы стараемся это делать, как у нас вот на сегодня получается. И несмотря на недуг, на свое физическое состояние, они занимают активную жизненную позицию и ведут активно общественную работу. Только таким и может общество называться цивилизованным, только вот в таком формате. Если давать возможность и людям с ограниченными возможностями чувствовать себя в полной мере полноценными людьми. Члены общественной организации инвалидов Ленинского района дома не сидят. Всегда принимают участие в концертах и выставках, в городских паралимпиадах и в соревнованиях по спортивной ловле рыбы. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.